Проводить большие итоговые форумы стало для гуманитарного колледжа доброй традицией. На этот раз в качестве площадки была выбрана сцена Дома дружбы. Сюда пригласили лучших студентов и отличившихся преподавателей, ветеранов профессии, чиновников от образования. А на большом экране мелькали кадры из истории и будней колледжа. Сегодня в Актюбинском гуманитарном колледже обучаются больше 1600 студентов. 158 преподавателей готовят здесь кадры по таким направлениям, как библиотечное дело, дошкольное воспитание и обучение, музыкальное образование, технологии, информационные системы и другим. В этом году колледж выпускает около 400 молодых специалистов. Большое внимание у нас уделяется именно нашему подрастающему поколению, нашей молодежи, нашим студентам. Поэтому сейчас в современной школе нужны учителя нового формата, то есть учителя-энтузиасты, учителя-исследователи, учителя-новаторы. Поэтому высокое качество образования сегодня – это высокое качество жизни завтра. Я надеюсь, что мы на своих студентов возлагаем большие надежды, и они обязательно оправдают. Сегодня дипломы и благодарственные письма от имени руководства областного управления образования и администрации колледжа получили 45 студентов и 5 учителей. В торжественной обстановке на пенсию проводили преподаватели географии. Форум продолжился концертной программой. Асель Кинжалина, Алексей Уразов, программа «Факт».